super oferte de la companiile Arax și Zebra TV. Conectează-te la internet și televiziune digitală și beneficiază de 5 luni gratuit. La colectarea unui singur serviciu, beneficiezi de 2 luni de abonament gratis. Pentru detalii, 022-838-000, website-urile arax.md și zebra.md. Два тайма ми пытались. Первый тайм удавалось там и контроль чуть, но поле потом стало все, скажем так, не того качества. Я говорил, что у нас хорошие игры, получается, более-менее хорошие. Имели моменты, и, наверное, для того, чтобы выиграть, надо забивать, не то, что, наверное, были моменты, скажем так, яркие моменты, к сожалению, не реализовали. Ну и, скажем так, что мне понравилась наша игра, но она, к сожалению, фрагментарна. Да? И очень много брак, к сожалению. Ну, можно сетовать и на поле, но я думаю, что причина не только в поле. Вы сегодня впереди попробовали два варианта атакующей линии, полностью сменили игроков впереди, и тем не менее результата не добились. Это говорит о том, что у вас нет по-настоящему острых футболистов впереди? Ну почему? У нас большой выбор нападающих, просто по различным причинам, кто-то травмы, кто-то плюс отсутствовал, я скажу, что и Зарещук. Не все, скажем так, не все набрали оптимальные кондиции, то есть поэтому пытаемся восстанавливать всех и давать игровую практику. Это не связано с тем, что чем-то недоволен или что, потому что тренер никогда не будет, наверное, доволен. Проводим ротацию, это самое главное, чтобы игроки набрали, потому что очень много травмированных было, и Мола, и Корони еще, и кого-то они назовут, чтобы не обиделся, да? Ну, в принципе, скажу так, что мы хотели играть в футбол сегодня, но не пришли только отбиваться или отстаивать ничего. Фрагментами получилось, и, к сожалению, что фрагменты. После каждого матча вы говорите, вот сейчас стало еще меньше шансов на то, чтобы завоевать призовое место. Что скажете после ничьей выездной с Зимбро? Ну, опять есть, я же сказал. Я скажу, что шансов нет, когда можно будет посчитать математически. Есть еще завтра игры, есть еще туры, есть игры между нами. Самое главное, чтобы, даже не важно, третье, четвертое, мы будем бороться до конца, пятое. То есть это не важно, совершенствовать свою игру, самое главное. Потому что, да, отрыв большой, чуть-чуть мы его сократили, потом сами усложнили, там, скажем так, ненужный проигрыш. И сегодня, то есть, сегодня нам нужен был один гол, быстрый гол, да и предпосылки были так. Но вы ожидали, что Зимбро так сядет в оборону и будет так осторожно играть? Да, мы знали, что, скажем так, что, зная и тренера, и игры, то есть... Любят они игру на контратак. И, в принципе, мы знали, что будет тяжело скрыть такую оборону. Временами нам удавалось, временами нет. Опять повторюсь, можно сетовать и на поле, но нет, проблемы не только в поле. И, конечно, много брак. Спасибо.